После возникновения коронавируса, локдауна и закрытия границ, мы попробовали рыбалку и нас затянуло. И вот, в который раз мы едем на озера, рыбацкая усадьба. Производство USA. Совместно с Эльмира Тудей. Событие происходит в Казахстане, в Алматинской области, в населенном пункте Междуреческое. В 2022 году, 9 июля, суббота. Вроде дождик собирается. Ну, второй день обещают, дождя нет. И пробки наши алматинские. Красотища! Девятое число июля, суббота, 7:14. В общем, мы на рыбацкой усадьбе приехали. Мы вчера вечером закинули и легли спать. В 2 часа поймали толстолоба на 10 килограмм. Сейчас вам покажу. Вот здесь сейчас будет файл, как мы его вытаскиваем. Идет ночная рыбалка. Ну, вроде, слава богу, поймали. Первый раз что-то так устал. Сколько это он? Куда дальше? Ну вот, поймал Сережа. Хороший. Честное, да? Да, сейчас вешаем. Хорошо засел. Хер бы сошел.
спасибо. Евро 8, да? Новые весы испробуем, да? 8, да? Что-то... Какая где работает, если кто не знает? Ага, все. Ну не может быть. Не, ширину показывает. Как его идти? Колбе показывает. Опа. 10 280. Красавчик нам пришел. Опа. Так, надо мешок с лишником. Вот. И сазана поймали в 5 утра. Да, в 5 утра. Ну все, сидят они в мешке, потом будем показывать вам, взвешивать. Вот. Здесь тоже в этот раз поставил на сазана. Здесь все 4 стоят на белого амура и сазана. И только одна на толстолоба. Вот там стоит, если видно. Здесь вот приготовил вот такую кашу. Вот такая. Здесь и бойлы, кукуруза, и вареные бойлы, и пелить. Ну, в общем, вкуснятина. Так, здесь у нас с тигровым орехом бойлы идут. Вкус у нас получается идет мелассо, аминокислот. Вот. А бойлы стоят. Тоже тигровый орех и клубника. Насадка, вернее. Поп-ап клубника. И тигровый орех. Насадка сама. Вот если будут поклевки, будут включения. Мои все спят. Вот здесь Артур спит. Мама в машине спит, наша Эльмира. А вот это на толстолоба. Погода хорошая, ожидается. Отличная. Посмотрим, что день принесет.
попу. Что-то пока не чувствую. А вот сюда вот. Сейчас он забыл на подмос. Ну и чуть-чуть что-то есть. Есть, есть, идет. Нет, я вижу, что он спускает чуть-чуть. Ну да. Да ну нафиг, сорвался. Сорвался, да? Угу. Это вот Амур, блин, кстати. Амур? Конечно, он, блин, такая собака. Вот сука. Ну ладно. Запаровозил прям. На чё хоть? У меня прям с таким прям. С запасом. Ага. Небольшой? Ну, бывает. Вот на него у меня... Сколько там, восьмерка клюнула? Нет? Да. В рот влезла, нормально. Эх, блин. У нас поклевка. Артур тянет толстолоба. Папа отдыхает с 250 метров. Главное, не ослабляй, Артур. Вот так упри сюда, в живот. В живот упри ее. Угу, угу. Вот сюда. Сюда. Угу. Так, где он? Так. Его ко мне переходи. И тяни на себя. Тяни. Одновременно тяни, не ослабляй никогда. О, походу большой, да? Вот папа вчера вечером вытягивал, рука пипец затекла, до сих пор болит. Еще пьяный Женя там с подсаком. Все мимо. Раз мимо, два мимо. Крути, крути. Ага. Ее в живот упираешь, ага? Главное, не ослабляй. Сейчас пока дотянешь, он уже устанет, по идее. Ну, прям 250 метров тащить, не быстро. Не, я говорю, толстого быстро устает. Нет. Это вот далека, когда тащишь, он устает. А сближено, он тут такие кренделя выдает. Угу. Нет, вот метров 20. Давай, давай. Туда на солнце выходи, в ту сторону тяни от дудочек моих. И не ослабляй, главное. Че, хватит сил до конца вытащить? Давай, давай. Угу. Стоп, это не тебя.
Главное не ослабляй, чтобы всегда натяжка была. Вся страна смотрит на тебя. Вот сюда потихонечку иди. Иди сюда, 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 сюда. Не ослабляй, не ослабляй, главное. Сюда, 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 сюда. К Жениным удочкам поближе. Сейчас мы их будем запутывать. О-о-о-о-о, все, 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 теперь туда. Ага. Что-то только про Женю вспомнил. Он туда пошел. Давай, давай, давай. Так, уже где? Тихо, 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 вверх, 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 удочку, ты чего делаешь? Где вот? Ты чего? Еще тяни. Вверх главное, вверх, всегда вверх держи. Че, устал? Забрать? Или и вытащишь? Или вытащишь? Вытащишь? Ну давай. Главное, вверх держи ее всегда. Давай, давай, тащи его все равно, мои пошел. Давай, 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 тяни его. Сейчас мои переветовы. Так, крути. Крути. Прям слово сюда пошел ко мне, да? Нет, сейчас вот здесь он. Все, уже, вот он. Угу. Давай, 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 Артур, вверх, главное, держи удочку. Крути, 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 крути. Это твои, да? Не должен был зацепить. Вроде бы, вот он. Нет, он не мог зацепить, Женя. Он уже, вот он. Давай, 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 вон, видишь его? И вверх держи. Все? Давай. Подсак, подсак, Артур. Я иду. Слази. Так, все, в воду, в воду. Ага. Ваш красный поплавок зацепился у нас. Сейчас не тяните, не тяните его. Не тяните. Сейчас я его разверну. Так, опускай. Опускай. Говори. Да, давай подышим, зайчка. Зайчка, зайчка. Опа. За сетку бери, за сетку. Конечно. Можно поцеловать, потрогать, фотографироваться. Все можно. Ильмир, распутай, все крючки. Это толстолоб. Артур. Я, наверное, явно первый раз. Или Джон, подержишь? Ну, блядь, нет! Подпрыгнул.
пожалуйста. Артур, неси весы. Ой, как ты думаешь, килограмм весит? Ирина, смотри, рыба. Так. Так, вот. Да, подожди. Ну, Руся, а Руслан сядет. Нет, вы что? Она что? Он червей не ест. Он фильтрует воду, да, технопланктон. Руслан, встречи, да. Сейчас распутаем. Ой, я член тут. Руслантик. Вот, давай. Смотри, как. А можно вот так вот? Русь, стой. Смотри сюда, Русь. Сколько? Посмотри, Артур, сколько там написано. Руча, смотри, как. 9. Еще копейки какие? 9. 9,520. 9,5. Угу. А вы на что поймали это? Не на что. На кишмиш. На сладкое. Вот. Блюдо и на всю компанию. Ладно, я пойду положу пока в мешок. Это ваша первая, да, такая? 16. Вторая. Зачем ты прыгаешь? В общем, суббота, 9 июля, подходит к концу еще один день. Ну, как вы знаете, поймали мы 2 толстолоба, одного сазана. Толстолоба убрали, больше ловить не будем, потому что рыба сильно крупная, складывать ее уже некуда, кушать мы ее не успеваем. Вот, сейчас перебили все на сазана и белого амура. Вот, хочу показать, что я им тут сделал. Хотя ночью мы тоже как бы использовали подобное. Но там был только тигровый орех. А здесь получается у нас сделал я вот такую вот красотень. Вкусняшку. Вот она. Здесь получается вареные бойлы медовые, тигровые, кукуруза, конопля и получается тигровый орех настоящий, натуральный, вареный, свежеваренный. Вот, и залито все это у нас пенобайц в этот раз бананой.
А ночью мы просто мелассы заливали. Ну, клевало, но срывалось почему-то. Непонятно. Раз, наверное, пять. Ну, пять было срывов точно. Вот сейчас попробуем с бананом. Как это все будет происходить у нас. Сейчас время 6 часов. Вот мы начнем закорм. И расскажем, как все-таки прошло. Таймер? Да. Расскажем. Короче, завезли все. Вот такой тут закат. Прям в лицо солнца. Вот. Вновь поставили на толстолоба вот эту одну удочку. Все-таки решили, что что-то сазан не хочет ловиться. Вот. Эльмира здесь на поплавочку что-то мутит. Рыба играется, плещется. Воскресное утро. Нас встретило дождем. Вот, как ни странно, все наши старания по закорму не привели к успеху. Самое удивительное, ночью была хорошая погода, штиль, но не было ни одного даже пика. И это вот очень странно. Утром нас встретил дождь, гроза. Тальмерк? Да. Вот. Стало свежо, прям сильно свежо. Я даже куртку надел. Очень удивительно. Очень удивительно. Вот. Сейчас получается время 6 часов утра. Я только вот одну перезавез. Поскольку я ее вчера в 12 вечера не перезавозил, вот я ее сейчас перезавез. А эти как стояли, так и стоят. Ну, чуть подтянул и все. А, ночью мы поймали же толстолоба, да? Ночью где-то в 12 часов ночи мы поймали толстолоба 10-160. Самочка, да? Которая Эльмиру всю обрызгала, еле ее вытащили, такая активная, да? Вот. Ну, сидит там в мешке. Потом покажем. Вот, что с сазаном, мы не знаем. Не хочет, да, что сазан. Вот здесь вот соседи тоже активно, ну, вечером закармливали, прям реально закармливали. Не знаю, было, не было, пока они спят. Вот. Там через одну тоже не было ничего вроде. И там дальше Марат, но он спит, у него не спросишь. Вот такая история про рыбалку. Удивительно. Я просто в шоке. Хорошо, мы хоть на толстолоб, потом опять вечером завезли, в 10 часов вечера завезли опять на толстолоба и поймали. Итого у нас в улове получается 3 толстолоба, 9600 или 9700, 10500 или 600, 10600 и 10160. В общем, 3 толстолоба и один сазан. Чик, да, сазанчик. До 3 килограмм.
Вот и все. И вся рыбалка. Ну, хотя толстолоб тоже круто. Ну, хотелось сазана. Мы приехали как бы по сазану, да по белому амуру. А вот такая вот история. Ну, утро только началось. Посмотрим, что дальше будет. Ну, судя по погоде, видите, не столь так все радужно. Но дождь уже был. Вот этот самый здоровый. Получается. Чуть поменьше. Ну, это. В итоге, сазанов и белого амура нам словить не удалось, несмотря на отличный закорм, эта рыба отказывалась питаться. Но вся жизнь еще впереди.